Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. На днях фигурист опубликовал в личном блоге архивное фото, на котором изображен с бывшей супругой Ириной Лобачевой и тренером Натальей Леничук. Таким образом, Илья Авербух тепло отозвался о наставнице и поблагодарил ее за все, что она в свое время сделала для него. Правда, не все подписчики спортсмена положительно отозвались об этом фото. «Вчера позвонила Наталья Леничук поздравить с рождением сына. Мой тренер, моя многолетняя опора. С ней и Геннадием Карпоносовым мы пришли к Олимпиаде. Много лет мы не слышались. Было очень приятно побеседовать. Как больно осознавать, что порой невосполнимо обесценивается труд наставников и педагогов. Обидно, что мы начинаем пускаться в споры о том, что верно, а что нет», — делился 47-летний спортсмен. Среди пользователей сети нашлись те, кто нелестно отозвался об Ирине Лобачевой, которая в свое время страдала от алкогольной зависимости. «Какая стала Лобачева? Лицо запитое. Показали ее как-то по телевизору, и она сама сознавалась в том, что закладывала за воротник», — посетовал кто-то. Авербух встал на защиту бывшей избранницы, отметив, что у фигуристки больше нет проблем со спиртным. «Мы это уже победили. Ира в хорошей форме и много работает, тренирует. Прошу уважения», — обратился Илья Изяславич к своей аудитории. Напомним, Авербух и Лобачева поженились в 1995 году. Спустя 12 лет брак спортсменов, у которой есть общий сын Мартин, распался. Илья забрал машину, а квартиру оставил экс-супруге и сыну. Когда же Мартину исполнилось 13, он перебрался жить к отцу. Подростковый период у наследника проходил трудно, так что Ирина была не против отдать его на перевоспитание. Недавно фигурист женился на звезде папиных дочек Лизе Арзамасовой. Вот уже несколько недель все пристально следят за семьей 47-летнего фигуриста. 14 августа на свет появился его наследник и первенец для 26-летней супруги Лизы. Роды проходили в одной из престижных столичных клиник. Как отметили новоиспеченные родители, у них теперь есть настоящий богатырь. Малыш весом 3800 граммов и ростом 53 сантиметра. «Я бесконечно счастлив рождению второго сына своего, нашего с Лизой первенца. Мальчик 3800 граммов, 53 сантиметра. У нас получился настоящий богатырь», — говорит Авербух в беседе со Стархитом. Авербух встретил жену из роддома сразу же, как закончил подготовку фестиваля в Нижнем Новгороде. 22 числа он прибыл в клинику со старшим сыном Мартином, и все вместе они отправились домой. Актриса и спортсмен души не чают в малыше. Недавно они рассекретили имя ребенка. Его назвали Львом. Родители стараются проводить с ним как можно больше времени. Предположительно, сейчас семья обитает в загородном доме Авербуха. В личном блоге он опубликовал первое видео с Левушкой.